мы осуждаем действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня. Беларусь всегда следовала принципу одного Китая, выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Китайской Народной Республики. Минск поддерживал и будет поддерживать Пекин по всем чувствительным вопросам, в том числе по Синьцзяну, Южно-Китайскому морю, Гонконгу и Тайваню.